Всем привет! Вот я наконец-то добрался до Китайки. Многие в комментах писали продолжать заснимать видосы с Китайкой. Каждый день постараюсь, но ничего обещать не буду, потому что у меня как бы на основном аккаунте столько всего, что я просто, честно говоря, не успеваю. Я надеюсь, вы поддержите видео лайком, если оно вам надо, чтобы я знал, что действительно есть смысл уделять этому время, уделять время этому аккаунту, развивать его с нуля, без доната. Не хочу я на него донатить. Возможно, я сделаю второй аккаунт, третий, точнее, с донатом, если это вам будет интересно. Пишите в комментариях, на каком серваке сделать. Я как бы не особо хочу делать донатный аккаунт на серваках, на которых обновы идут после нашей. То есть тут единственный вариант либо этот, либо английский сервер. Так. Еще, если я буду все-таки снимать видосы по этому аккаунту, я на него донатить не могу. Но я так посидел, подумал, сделать акции донат от этого аккаунта подписчикам, которые будут активны, которые будут поддерживать видео лайком, комментом, ну и репостом. То есть условия я вам скажу уже в следующем видео, какие, посмотрим, что наберет это видео, есть ли смысл вообще этим заниматься. Ну, у нас уже, как видите, 10 870 силы. Мы уже немножко подросли, хотя я сюда не помню, когда последний раз заходил. Вот я выбил с бесплатки нового героя, это у нас укротитель. Так, и что там у нас места нету в алтаре? Так, алтарь, алтарь. Да, у нас места нету. Так, давайте в тыковку сольем. Все инвестиции идут в тыковку в первую очередь. Это все нам пока не надо. У нас еще будет очень много этой. Так. Открываем следующий уровень, будем ее прокачивать на максималку постепенно. Так, теперь сливаем вот этих всех допиков наших, которые нам не особо. Да, в принципе, вот этих там, где вторые, не трогаем, трогаем вот этих три. Немножко сила у нас упала. Что мы там получили? Ачивку какую-то. 6-6, даже не знаю, что это такое, но пусть будет. От 100 самого не откажусь. Так. Открываем нашего укротителя. Также у нас есть еще ниндзя. Рыцарь. Так, смотрим, что там у нас вообще в алтаре. Я уже, честно говоря, подзабыл. Рыцарь есть, ниндзика. А ниндзика, кстати, нету. А расик у нас даже уже есть. Скоро будем трешивать на БГ. Но это не точно. Так. Открываем еще ниндзю. Смотрим, что там у них по талантиках. Получилось. Надо будет разобраться. Так, тут бастион. И тут бастион один. Один-один. Но этот герой нам поможет для подземочек в дальнейшем. Давайте немножко его там подкачаем. У нас даже книги уже какие-то появились. Но я знаю, что я сейчас трачу их не так, как надо, но. Вот так немножко его качнем. Так, все. Ну, даже больше силы качнули, чем было.
Уже 11к перешли, что там у нас следующий титул 12к, думаю, день-два мы его все-таки возьмем. Так, что у нас еще есть в лотерея? Ну, в принципе, тут такого ничего. Ну, давайте откроем легенду, карточку. Кого бы я отсюда хотел достать? Так. Ну, конечно, хотелось бы бум-бум-бум-бум черепа. Черепа, варлок у нас. И варлока хотелось бы, наверное. Черепа, варлока. Ну, поехали, откроем. И... Сука, ниндзя. Ну, ничего не сделаешь. Это такие карточки, с которых... Реально ничего никогда толкового не падает. Так. Что у нас здесь по магии делается? Надо поставить на прокачку. У нас золота не хватает. Придется сейчас немножко нам подфармить золото. Так, питомцы у нас уже ничего так бьют. Ой-ой-ой, там Анубис. Сейчас у нас вот так вот скиллом одним может порешать просто. Да, я бы тоже от Анубиса не отказался. Так. Давайте так, так. Гарпия. Ну, тыковка баф только дала. Это, конечно, не тыковка с воодушевлением, которая дает максимальный разгончик сразу. Ну и так у нас, в принципе, герои уже довольно-таки неплохие для этого аккаунта. Там за неделю мы выбили тыковку Купидончика. Так, нам дали еще одну ачивочку. Сороковочку. Ну, спасибо, спасибо. Так, скоро и на роллинг накопим. Так, что у нас тут? Восьмидесятый, сотый. Так, надо всех на соточку уже пооткрывать, чтобы качались. Так, а что мы делали? Уже вылетел из головы. Блин, на этот аккаунт, конечно, очень сложно сориентироваться. Так, просветики немножко поднимем тыковки. Надо ее более живучей делать. Так, 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 так. Так, подземочки мы на чем закончили? Так, отсюда друида неохота убирать. Гарпия, в принципе, такой состав нормальный. Возможно, есть смысл убрать. Хотя и куб нормально заряжает. Даже смысла никого убирать нету. Так, тут у нас, конечно, неплохо было бы стиралку взять уже, но она редко выпадает. Но у нас пока нету возможности. Так, 380 тысяч. Ну что, фармим, нам надо ангела прокачивать и метельку надо прокачивать. Ничего не поделаешь. Никуда не денешься. Так, тут главное не сливаться, потому что восстановление героя будет в районе 11 минут. Тут алтарь не прокачан, поэтому восстановление дорого обходится. Так, Атлантика слили, друида. Друида тоже слили, красавчики просто. Неплохо, неплохо. Тащите. Так, есть. Смотрим, что у нас тут за задание есть. Смена.
Талантика, ну давайте поменять, сменить. Ну, у нас нету вариантов. Бум. Ожог. Ожог, ожог. Так, забираем назад. Самики. Давайте волну третью. Еще рановато проходить. Надо нафармить. Так, тут, тут и тут. Побежали. Быстренько сейчас подфармим. Я надеюсь. Надо, кстати, лед тоже начать качать. Очень будет помогать в дальнейшем развитии. Так, тыковка, не дохни. Ну, сейчас, если мы его пройдем полностью, всего, думаю, нам уже хватит поставить магию дальше качаться, потому что без магии нам дальше на подземках будет очень сложно. Так, 380. Где там наша? Где там наша магия? Так, надо будет расставить как у себя, потому что очень неудобно. Так, магия. Что у нас тут вообще? До метельки нам еще далеко. 16 уровень надо. Так, 380. Случайно нажал, купил. Да, сюда бы, конечно, Минотавра. Дай с богом войны или с грубой силой на максималке. Так. В принципе, это можно сделать. И пользоваться только для фарма золота, чтобы все быстрее было. Сократить время. Напишите в комментариях. А сами кислить. А на что мы их сольем? Да тут даже не на что сливать. Мне так неинтересно будет. Хотя, не знаю, посмотрим. Так, 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 так. Для экономии времени, в принципе, это неплохой вариант. Так, 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 так. Что я хотел? Улучшить магию. Извиняюсь, уже немножко туплю, потому что уже поздно, целый день сегодня. Кучу видосов записывал. Так, есть, магию поставили. Сейчас еще что-то поставим на улучшение. Так, питомник нам надо. Что у нас с питомцами? Карасика поднять. Пока им скиллы не прокачиваю, потому что надо пока героям немножко подогнать. Ой, тут есть кого качать, я вам скажу. Надо нормально будет ману пофармить. Но это я сделаю уже вне стрима, наверное. Так. Побежали королевскую битву. Она у нас уже открыта. Как видите, здесь тоже нам надо бегать, не пропускать ежедневно. Так, затащили. Вот так вот мы даже улучшим первый свой алтарь. Третий уровень. На четвертый нам пока не хватает красных кристаллов. Да, с тыковкой как-то все поярче идет, побыстрее.
Это, конечно, не мой основной аккаунт, где они просто пропадают через 2 секунды. Но пока и тут так нормально. Тут мы, конечно, не сможем. Вот у нас уже пятый левел открылся. Будем копить самики для роллингов. Пока тратить особо не на что. Надо постепенно прокачивать героев. Так. Плюс две клеточки добавилось. И плюс один алтарь. Даже нам предлагают его отбить. Ничего себе. Не представляю, что сейчас там будет. Наверное, какого-то топа. Не, никого нету. Забрали его. Первый наш алтарь отбитый. Вот это мы жесткие. Жестко мы, конечно, его отбивали, ребята. Нужно будет попрокачивать просветы, тыковки по максимуму, сколько возможно ее подогнать, хотя бы до 80-го, чтобы она подольше выживала. Можно было начинать с нее стартовать на подземках, чтобы не так быстро сливалась. Ну и потом займемся питомцами немножко для отхила. Тут сундуки с фарми за счастье, далеко бежать не надо, все рядом. Бегаешь вот так себе, открываешь, только ключей бы набрать еще. Так, есть. С кабашкой мы закончили. Нам дали еще одну ачивку. Сто кристалликов. Так. Хорошо, побежали дальше. Наш любимый Колизей. Я не очень как раз люблю вот этих героев. Сейчас посмотрим, что у них тут вообще есть. А, и случайно. Давайте вот так посмотрим. Ремка есть. А тут у нас Баст. Тяжелый удар. Живо, да? Давайте поставим ожог. Вот так. Тут мы поставим ангела. С берсом. Вот так. Тут мы поставим стрелка. Снайпера, точнее. Ожог. Ожог, ожог. Вот так попробуем. Побежали. Не знаю, какой тут уже день. У нас сейчас ёбнут. Может и нет. А ни хрена. Поимели мы китайцы, ребята. Правда, кулаки мне пока
Не особо надо, но к тому времени, когда мы докачаем героя, у нас уже, думаю, будет 5к кулаков на его эволюции. Так, сейчас тут, значит, нас хлопнут. А может и нет. А может и да. Так, шамана слили. Ну, смотрите, как с ожогом хорошо стоит. Просто красавчик. Вторую затащила. Ну и третья. Надеюсь, для кого-то этот видос будет познавательным. Так, есть, зафармили. 3 из 3, красавчики просто. Так. Ну тут, тут я знаю однозначно, что нам тут ловить нечего. Тут можно просто так заходить и выходить сразу. Нам надо сначала хотя бы до 200-го героя докачать. Ну ничего, будем хотя бы по 10 фармить. А что делать? Да, сейчас, конечно, намного больше возможностей фармить кулаки с ежедневок и так. Так, есть. Экспедицию я потом пройду. Там, в принципе, тоже проходить нечего. Бежали на арену, заберем самики. Вот так вот еще и значки почета подфармим. Видели, на каком мы месте? Мы просто топчики. Ребята, мы уже в топ-2000 попали. Только не знаю, что нам дальше светит. Нам ни хрена не светит. Как видите, какие тут герои у людей. Ну, ну это неплохо. Так, есть, да. Дофармили. Забираем ачивки. Так, у нас все тут влазит. Все нормально, все будет. Так, подземочки. Вот подземочки. Я не помню, на чем я там остановился. Так, ну мы дошли до последней подземки. Нас, по-моему, тут сливали, да? Ну, давайте попробуем затащить. У нас уже есть магия. Если что, вдруг кинем. Так, сейчас мы на паладине получили разгончик. Самое главное не просрать тыковку. Она дает хороший разгон. Ну и, конечно же, всех вовремя вот так вот поставить в щит. Вот мы получили разгон. Шапку слили вовремя. Суккуба. Красавчики просто. Просто на 3 звезды без проблем. Надо тыковку усиливать еще более. Хотя бы до 8 скилла, чтобы быстрее разгоняло. Так. Ну все. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Давайте тут зафармим на 3 звезды, как-то непорядок. Так, надо магию купить. Так, раз, два и три. Все, побежали трешевать. На 3 звезды закроем. И завтра уже начнем новые. Новые подземочки. Так. Ну что, побежали с тыковки, чтобы ее заряжали. Даем усиление. Так, тыковка не дохнуть. Главное не дохнуть. Хотя на ней есть ожева, в принципе. Так, в
включаем немножко подхил. Так, вот тут вот тыковку сейчас могут нашу поиметь. Да, видите, немножко неудачно, неудачно они разбежались. Ну, тыковка красавица. Так, давай, суккуба, слей. Слей. Есть, успела. Молодец. Ну, тоже думаю, 3 звезды, ребята. Да, без проблем, на 3 звезды. Закрыли пока 5 обычных подземелий на 3 звезды. Это уже результат. Забираем бонус. Ну, и на этом спасибо. Так, есть. Смотрим, что тут у нас. Тут будет у нас весело. А пока мы сейчас посмотрим. Так, 7, 7, 7, 16. 17 на элитке этой. А тут что у нас? 15, да? 10. Ну, как-то так себе. Так, ищем, ищем, ищем. Так, 16-17. Ну, давайте попропускаем. Качнем тыковку дальше. Как видите, от питомцев нам уже дают плюс 2. Так, что, все, закончили? Да, закончили с этим. Ну и давайте под конец. Так, тут у нас тоже надо улучшить. Тут 390. Ставим вот этих на улучшение. Ради силы. Так, что у нас тут по ресурсам? Так, надо волну пройти. Ну, давайте вот эти волны сейчас пройдем. Ну, пойдем попробуем волну пройти. Конечно, там нам, как обычно, ничего не светит. Ну, а вдруг повезет. Так, с друидами разобрались. Да, все нормально. Что у нас по ресурсам? 2300 кулачков уже, да. Это немало. Для аккаунта, которому неделю, уже 2300 кулаков. Так, у нас нам надо еще два сооружения снести. Так, давайте найдем какую-то интересную расстановку. Нормально. Сейчас тут затащим. А может и нет. Вдруг нас сейчас юниты посносят нахрен. Не, нормально. Как хорошо Феникс бьет. Вот сейчас тыковка залп даст, вот как хорошо. Так, есть, затащили. Забираем, закрываем квест, забираем яичко. Следующее у нас на 15 тысяч силы откроется аж дополнительно. Так, есть. Забрали. Тут у нас еще рановато по времени. Ну что, побежали. Попробуем Е волну затащить. Не знаю, ли мы, конечно, сможем. Как видите, тут уже первая волна уже покруче по силе, чем мы. Дальше еще похлеще будет. Самое главное, чтобы у нас тыковку не слили и ее отхилили питомцы.
О, нормально. Хорошо, так они зависли. Да, надо уже докачивать постепенно героев до 120-го. Так, третья волна. Ну все, прощайте. Нет, красавчики, видите, тыковка была заряженная. Четвертая. Ну что вы скажете, господа? Сольете меня? Да, сольете. А нифига, не слили. Так, отхил, отхил тыковки. Отхил самое главное тыковки. Разгончик. Блин, драконы. Да, смотрите, там вообще кропаль остался. Блин, это ж так надо, обидно. Так, ну давайте еще. Побежали, а вдруг пройдем. Ускорялочка. Хороший был заходик. Да, тыковку надо усиливать однозначно. Без нее тут будет туговато. Так, что у нас, уже слили кого-то? Да, уже слили. Ай-яй-яй. Как ты мог? Ну, уже получше стоим, если вы смотрели предыдущие видосы, то уже намного лучше мы выдерживаем. Так, ну и опять пятая волна, и у нас еще куча построек есть. Но они, конечно, как обычно, не оттуда забежали. Вот так вот. Чуть-чуть нам не хватило. Хорошо, прокачаем укрутителя попозже. Попробуем вместе с ним побегать. Так, давайте тыковку. Вот так вот тыковку усилим. Есть. Качнем укротителя немножко. Но это уже не стрим, а в принципе так задержались. Вот такой вот у нас был сегодня видосик. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты. Жду от вас ответа, стоит ли это делать. Если да, то будут интересные контенты с акциями. Все зависит от вас. Что вам интересно? Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.